Об этом, товарищ, не сложит стишков. Работал на сложной работе песков. Жалкой наградой была для него одна лишь зарплата, одна лишь зарплата, одна лишь зарплата, всего ничего. Он знал наизусть, как конспекты студент, про то, что не знал даже сам президент. Хоть ночью буди, хоть дубиной ударь, на все он ответит, про все он ответит, за все он в ответе, как пресс-секретарь. Другой бы смутился, но он не таков. Выходит один на 500 дураков. И даже когда вдруг гарант пропадет, Песков и на это, Песков и на это, Песков и на это ответы найдет. Он скажет, что первый живой, как Ильич. Хоть пресса кричит, у него паралич. Пусть знает Париж, Кострома, Ямал. Конечно же, роды в Швейцарии роды, наследника роды ВВ принимал. Он твердым бывает, как сталь и базальт. Он печенью может испачкать асфальт. Он так и сказал всему миру: Димон, когда ваш Навальный, опальный Навальный, нахальный Навальный напал на ОМОН. Тяжелое время в ответственный час. Готовы ответы про Крым и Донбасс. Иначе ведь гады вопрос зададут. И тысячи акций, и тысячи акций, и тысячи акций в цене упадут. Накрыли страну забитою беда. То санкции, то дорожает еда. То доллар взлетает, то нефть упадет. Но Дмитрий без страха, но Дмитрий без страха, но Дмитрий без страха на службу идет. Сжигает продукты горящая печь. А чем бы еще население отвлечь? Подальше от первого след увести. Быть может погибнуть, быть может погибнуть, а может не гибнуть, но бабки спасти. В правительстве много крутых мужиков, но первым из строя выходит Песков. Я знаю, что делать, Песков говорит. И пусть даже имидж, и пусть даже имидж, прекрасный мой имидж, как свечка горит. Решил он на свадьбу явиться в часах, в десантной тельняшке и в красных трусах. А если надумает кто-то спросить, то он им ответит, то он им ответит, то он им ответит, что взял поносить. Он знал, что тупой и дурацкий ответ подобно гранате взорвет интернет, что даже Навальный заглотит крючок. А кто отвлекает, кого отвлекает, зачем отвлекает, об этом молчок. Начнут журналисты искать и копать, а он, чтоб запутать их подлую рать, вдруг яхту наймет по огромной цене. Все ради победы, все ради победы, победы в информационной войне. Он сделает вид, что такой он один, над всеми деньгами страны господин. Пяток миллиардов вопроса цена. А как их потратить, а как их потратить, без толку потратить, подскажет жена. Подвинется мозгом отечество враг. Не будет судов, трибуналов, как? А он позабудет про праведный суд. А Меркель с Обамой, а Меркель с Обамой, а Меркель с Обамой пусть лапу сосут. Теперь вам понятно, как смел и толков
Загадочный Дмитрий Сергеевич Песков. Понятно, откуда с женою у них огромные бабки, огромные бабки, огромные бабки. Одни на двоих, одни на двоих.